борта этой установки начата проходка скважины при толще воды 140 метров, а максимально доступная глубина моря 200 метров. Это почти втрое больше, чем у действующих сейчас в стране плавучих буровых. «Космурнефть» – установка принципиально нового типа. Она ведет бурение, опираясь на металлические понтоны, и удерживается в заданном положении 8 тяжеловесными якорями. Специальные приспособления, гасящие колебания волн, позволяют работать на этом искусственном островке даже в штормовых условиях, что очень важно на Каспии, бушующем почти 300 дней в году. Обратите внимание, какая просторная буровая площадка. Контроль за ходом буровых работ будет осуществлять система подводного телевидения. До конца нынешнего года в море выйдет еще одна установка такого же типа – «Шельф-1», созданная корабелами «Астрахани». Обе погружные буровые будут использованы разведчиками недр для штурма подводных кладовых Каспия с толщей воды до 200 метров.